конечно, будет достаточно большая общественная территория, на которой будут представлены и детские игровые зоны, и спокойная зона. Также мы сейчас проводим работы с бизнесом на предмет установки мест общественного питания. В принципе, очень интересный проект. Мы его неоднократно обсуждали с жителями. В рейтинговом голосовании за благоустройство данной территории в прошлом году проголосовало более 3500 людей.